Эту красивую юную полосатую кошку очень тощие и несчастные подобрали на улицах города Нуук, столицы Гренландии, и отнесли в приют Зайдайренес Уэннер. Сотрудники приюта узнали найденыша. Несколько месяцев назад кошечка еще котенком уже побывала в их приюте. Тогда ей дали кличку Ула и нашли дом. По номеру телефона, оставленному в прошлом году новыми хозяевами, дозвониться ни до кого не удалось. Поэтому сотрудники приняли решение оставить Улу у себя и искать ей новый дом. Кошечка быстро подружилась и с персоналом, и с обитателями. Особенно нежной она была с морскими свинками. У Улы был хороший аппетит, и она стала быстро поправляться. По мнению сотрудников, даже слишком быстро. Заподозрив, что потолстевшая кошечка может быть в положении, ее отправили на УЗИ, где врач объявил о ее беременности. Будущей маме сообщили потрясающее известие. «Поздравляем, мадам, вы беременны!» Когда кошка это услышала, ее реакция оказалась просто бесподобной. На снимках видно, как Ула сначала внимательно смотрит в монитор УЗИ, а затем, отвернувшись, смотрит в камеру с ошарашенным выражением на морде. Смесь удивления, недоверия, возмущения и даже ужаса появились на ее мордочке. «В смысле, как беременна? Ах, Мурзик, ах, подлец!» читалось на озадаченной физиономии кошки. Хорошо, что сотрудники успели сделать эти потрясающие фото. Фотографии Улы во время УЗИ, размещенные сотрудниками приюта в социальных сетях, с подписью «Когда ты узнаешь, что беременна» или «Как у меня будут котята», мгновенно облетели мир. Кошка стала звездой интернета, а ее снимки собрали более 90 тысяч лайков. Пользователи массово ставили лайки Уле и оставляли десятки шуточных комментариев, к примеру, призывая учить молодых кошек безопасному сексу. Став звездой интернета, Ула недолго оставалась в приюте. Очень скоро для нее нашлись хозяева, и теперь она уже живет в своем собственном доме. По словам врачей, роды у Улы состоятся через 2-3 недели, ожидаются 4 или 5 котят. Новые хозяева собираются дождаться, пока кошка родит и выкормит свое потомство, после чего раздать ее котят в приемные семьи. Спасибо за просмотр, если вам понравилась реакция кошки, ставьте лайк. Всем пока!